Если бы я была звездой, я бы адрес свой всем бы рассказывала. Это ж приятно как. Утром просыпаешься, а преданные фанаты уже цветами твое имя под балконом выложили. Ну ладно, ничего. Есть у меня один секретный способ информацию узнавать. Угу. Все-таки, Мишка, самые полезные люди в мире – это бабушки возле подъездов и охранники на шлагбауме. И они обожают поговорить. И теперь мы с тобой знаем, где живет бывший Иванушка – Олег Яковлев. Дорогие мои телезрители, я сегодня вам покажу, как живут настоящие звезды. Ну, в смысле, как скоро буду жить я. Угу. Здравствуйте. Это РУ-ТВ. Здравствуйте. Да, смотрите, здравствуйте. Вот у меня микрофон, вот чашечка, мы телевидение. Почему мы без звонка? Это программа шоу Оли Поляковой. Мы снимаем передачу про звездные дома. Ну, пустите нас, пожалуйста. Хотите, но предупреждать-то надо же. О, Господи, как это красиво. Ну, идемте же. Ой, Господи, роскошь, Саша, какая. Саша. Какая Саша? Здравствуйте. Иди сюда. Здравствуйте. У нас съемка внезапно, не готовились. А кто это? Это Александра, хозяйка. Жена, что ли? Хозяйка Медной горы. Вот это я не ожидала. Видите, шоу Оли Поляковой. Самое крутое шоу на РУ-ТВ. Ой, странно. Блин. Боже, как красиво. Ой, покажите же мне все здесь. У вас бриллианты в ручках. Это Мишка. Это Сваровски. Мишка, сними это. Ну. Ой, невероятно. Ну, чуть-чуть дорого. Очень дорого. Чуть-чуть. Слушайте, это что так певцы у нас зарабатывают? Скажите, а это вы этот дом вы купили после того, как вы ушли из Иванушек? Или вот во время? Ну, вообще дом свеженький. Ремонт кое-где еще идет. Вы как ушли оттуда, так и дом купили. Так и надо делать, конечно же. Я тоже буду, когда петь, буду только одна петь. Зачем вот эти нахлебники? Они еще у вас такие здоровые в группе были. На них же вся еда уходила. Боже, мне даже страшно брать это в руки, эти бриллианты. Ага, посуда. Это золото? Золото. Аккуратно. Нормально, так должны звезды жить. Это правильно. Да. Я поэтому и хочу звездой стать. Все, пойдем. Пойдем, я покажу, где вина хранят. Не поскользнись, потому что высокая коса. Мишка, пойдем. Тут у меня вина хранятся и очень-очень хороших лет. А кто в гости ходит? К вам в гости ходят? Все приходят, мои друзья. А звезды ходят со своими ребятами из группы? Вы конечно. Нужны? Так у меня там, конечно, у меня гостевая спальня, которую я покажу. Конечно же, они остаются, и мы перекусываем, готовим. У меня есть там дыр такой, мангал, где я там готовлю. Угощаю, оставляю на ночь. Гостят сколько хотят. То есть вы, когда с ними расстались, вы не побили горшки? Конечно же нет, а с чего же? Все, пойдемте уже туда. Этим, Мишка, нас не удивить, правда. У нас дома тоже винотека. Правда, там одна самогонка, но не какого-то 67-го года, а свежая. В чем? Что это там за матрешка у вас? Матрешка – это вообще моя большая гордость. Тут все практически, кроме одного моего альбома. А послушать-то как? А послушайте, послушайте. В интернете, а чего, где слушать? Класс. Ну, теперь покажите, куда вы их вот этих вот здоровенных размещаете, когда они к вам в гости приходят. Пока. Самого большого я на маленький диванчик кладу. Да, правильно, так ему и надо. Ну ладно, гостевая спаленка скромненькая. Ой, а можно я чуть-чуть попробую? Боже, я хочу умереть на этой кровати. А там что? Покажите. Мишка! Смотри, в таком туалете могут поселиться вся наша родня по мамкиной линии. Ну, ой, как ладно, много. Ладненько, ну хватит. Прекрасно. Что там? Ну, как у всякого приличного человека. Ну, маленький бассейн после сауны, он должен быть. Мишка, почему? Я включу. Ой, подожди, ты сейчас все включишь. Ой. Боже, класс. Ладно, скромненький маленький бассейник и все. Это ж можно мыться в нем круглый год. Ой, а можно я сфоткаюсь? Селфи, что ли? Вот, с той люстрой. А, сначала. Это был со мной. Я просто такую люстру никогда не видела. А можно я еще сделаю с камином селфи? Нет, ну, а со мной? Вот так можно? А теперь с тобой можно селфи? Класс. Да. Рассказывай. О чем? Когда появился у тебя первый дом? Это же не помню. Да ты что? Прописка, потом квартира, потом в двухкомнатную, значит, трехкомнатную. Сейчас вот переехал в этот дом. Слушай, а тебе нужна красивая, симпатичная соседка? Ну, вообще у меня соседи уже все, уже рядом есть соседи. Нет, вот прямо здесь. Вот у тебя такой большой дом, симпатичная соседка. Саша, подойди. Подойди. Не понимаю. Ну, зачем такой большой дом? Вы только вдвоем тут живете?
Ну да. Саша, а ты можешь набрать РУ-ТВ? Скажи мне что-то, я не понимаю. Скажите, вы точно с РУ-ТВ? Ну, конечно, мы с РУ-ТВ. Это шоп-шоу Оли Поляковой. Сейчас я позвоню, подождите. Дай телефон, набери. Набери. Да что там звонить? Подождите. Не, подождите. Да чего там звонить? Они это... Слышите микрофон. Алло, здравствуйте, это Олег Яковлевич. Подождите, не звоните. Скажите, им. У них плохое настроение. Скажите, вас в дом пришли съемочную... Подождите секунду. Они сейчас наврут вам все. У вас есть такая программа Шоп-ТВ от РУ-ТВ Ольга Полякова? Скажите, пожалуйста. Нету? Ой, Ишка, давай отсюда. Извините, нам поймите, да. Мишка, в полицию вызовут. Тоже мне жалко ему, вот жадина.